Друзья, на сцене недельного шоу группа Бонни и Эм. Кирилл, большой привет. Не наступай мне на ногу, пожалуйста. Привет, Кирилл. Послушай, у меня к тебе просьба. Объяснить, пожалуйста, с чем связан вот этот вот внешний вид такой? Сколько что тебе такое? Заплатил, другими словами, Авраам Руссо? Я не понимаю, какой внешний вид? Что сколько он тебе заплатил, признавайся? Нет, мы такие вещи не разглашали, такие вещи. Ладно, сейчас мы будем задавать тебе совершенно серьезные вопросы. Вообще, на самом деле, сейчас задача купить Баскова, потому что это следующий уровень для команды. Целиком или майку? Не, ну пока майк. Комбинезон, ага. Комбинезон от Баскова. Давай купить. Так, сейчас мы будем задать тебе вопросы, очень серьезные, и вы будете на них очень серьезно отвечать. Договорились? Да, но мы вообще серьезная группа, если думают, что это шутки, то... Нет, никаких шуток, абсолютно. Ошибки. Хорошо. Рубрика называется «Вопросы». Уважаемая группа Бонни и Эм, я напоминаю вам, что такое рубрика «Вопросы». Я объясняю. Мы вам будем задать вопросы, на них отвечайте, постарайтесь запоминать их, потому что лучший вопрос вам нужно будет выбрать. И автора этого вопроса мы наградим подарками. Ждать не будем. Давай первый вопрос. Вопрос к Кириллу, как неудивительно. Кирилл, продолжает ли свою деятельность группа «Валькирия»? Что слышно о группе «Молли»? Не планируете ли вы в будущем запуск новых пародийных проектов? Спрашивает Семен Семенович Горбунков. А это сразу же несколько, да, у нас получается вопрос? Три в одном. Ну, на данный момент я могу сказать, что вот все, кто здесь на сцене находится, мы сконцентрированы на проекте Бонни и Эм, и сейчас на очереди у нас новый альбом. Где-то, наверное, в ноябре он уже появится. Поэтому сейчас такая концентрация именно на данном проекте. Спасибо большое. Следующий вопрос его задает Громозека. Кирилл, при каких обстоятельствах вам удалось спеть дуэтом с самим Стиви Уандером? И вообще, правда ли это? На самом деле, не так сложно спеть со Стиви Уандером, как с Авраамом Руссо. Смешно, так. То есть уже, как бы, понимаешь, со Стиви Уандером спели, вот с Авраамом Руссо пока только майка. Хорошо. Кирилл, а можно такой вопрос лично от меня к вам ко всем? Скажи, пожалуйста, а вообще чего вы добиваетесь своим творчеством? Скажи мне, пожалуйста, чего вы добиваетесь вообще? А? Цель какая? Сейчас, знаешь, как это самое? Знатоки. А вот смотри, сейчас мы можем видеть спины сотрудников группы Бонни и Эм. Это называется не знатоки, это КВН называется. Я думаю, мы ничего не добиваемся. А ты знаешь, на самом деле вы добились самого главного. Вот диджей Канчи сказал, что у него очень заболела голова во время вашего выступления. То есть цели вы достигли какой-то? Сейчас будет еще хуже. Хорошо. Так, следующий вопрос. Все ли участники группы Бонни и Эм являются параллельно артистами балета? Или меня разыграли, спрашивает Вася. Дело в том, что все танцоры, как вы видите, фигуры хорошие у всех. Саша, покажи носки. Осаночка. За исключением меня. То есть вот я как бы как раз только пробую себя в этом качестве. Не знаю, получится или нет. А вот так все у нас танцоры. Отлично. Хорошо. Вопрос от Михеля. Как вы пришли к идее исполнения тяжелых кавер-версий попсовых хитов? А на доработке каких попсовых песен вы работаете сегодня? Ну вот уже частично ответ прозвучал. Мы сейчас собираем сборник романтических пьес. В общем, о любви и все эти песенки. И сейчас как бы у нас вот готовится пластинка как раз вот в таком вот жанре. Там медленные песни будут? А? Медленные песни будут, медляки? Медленно, ну практически все песни, которые изначально медленные, в нашем исполнении они звучат чуть-чуть иначе. Этакий Romantic Collection, кавер-версия Romantic Collection из всем известного. Ребят, давайте сейчас выберем лучший вопрос, который вам понравился больше всего. Был вопрос о продолжении деятельности других проектов. Был вопрос о том, пели ли вы со Стиви Уандером, все ли вы артисты балета. А также был вопрос о том, как вы дошли до жизни такой, до кавер-версий новых попсовых хитов. Я думаю, что про балет, конечно. Все ли мы артисты балета? Про балет. Вася получает... Человек с простым русским именем Василий получает сегодня от тотального шоу. Пластинка. Это трибьют группе Led Zeppelin. Называется эта пластинка «Stairway to Rock». И достается также ему плакат тотального шоу с оторвавшим ведущим. Друзья, с группой Бонни и Эм мы сегодня обязательно еще встретимся. Они исполнят для вас еще свою композицию. Шоу наш спонсор Sony Karaoke. У нас сегодня в гостях группа Бонни и Эм, мастера пародий.